20 декабря 1987 года в водах пролива Таблас, кишащего акулами, потерпел крушение филиппинский паром «Донья Пас». Жертвами трагедии стали 4375 человек, и это только по официальным данным. Однако официальные не значит верные. Никто не знает, сколько пассажиров на самом деле перевозил паром. Ясно лишь, что речь идет о тысячах пропавших без вести. И это позволяет считать гибель Доньи Пас самой крупной морской катастрофой мирного времени 20 века. На Филиппинах издавна существует традиция. Под Рождество огромное число жителей страны срывается с насиженных мест и устремляется в свою столицу Манилу, к родственникам, друзьям и просто развлечься в большом и шумном городе. Ну а поскольку Филиппины – это архипелаг, основной вид транспорта для доставки жителей – это паромы. Донья Пас являлся пассажирским паромом, способным вместить от 500 до 1500 человек. Строительством парома занималась японская судостроительная фирма. С 1963 по 1975 годы паром Донья Пас благополучно совершал рейсы в водах Японского моря, не имея ни со стороны совладельцев, ни со стороны пассажиров никаких нареканий. Водоизмещение парома превышало 2500 тонн, длина 93 метра, а ширина 13,5 метра. Максимальная скорость парома равнялась 18 узлам в час. Для обслуживания парома требовался экипаж всего лишь из 66 человек, включая поваров и официантов. Имея такие характеристики, паром был весьма комфортабельным и сравнительно дешевым транспортом для перевозки пассажиров и небольших грузов. Потому им заинтересовалась филиппинская компания, решившая заняться перевозкой пассажиров между филиппинскими островами. В 1975 году паром был включен в состав филиппинского флота, где и находился вплоть до 21 декабря 1987 года. 20 декабря 1987 года Донья Пас вышла в свой последний рейс, отшвартовавшись от порта Таклобан и взяв курс на Манилу. На носу было Рождество, из-за чего паром пользовался бешеной популярностью. По документам на борту числился 1641 человек, из них 1583 пассажира и 58 членов экипажа. Разумеется, в этом списке не были учтены нелегалы, составлявшие большинство пассажиров. Анонимные источники компании, которой принадлежал паром, сообщали, что на рейс тайком продавались дополнительные билеты по сниженной цене, и многие пассажиры не входили в официальный список. К этому добавилось то, что часть пассажиров провозила с собой детей, без оформления билетов. Детей на борту было очень много, так как филиппинские семьи в основном являются многодетными. Паром был перегружен, многие пассажиры обитали в переполненных каютах и сидели по 3-4 человека на одной матросской койке. Кто-то занимал место в коридорах, а многие и вовсе располагались на палубе в повалку. Паром шел по расписанию, заходя в порты по пути следования и поднимая на борт все больше грузов и пассажиров, большинство из которых являлись безбилетниками и пускались на корабль с попустительства капитана. Регистрацию таких пассажиров никто не проводил. Главное было в том, чтобы перед праздниками заработать как можно больше денег. Команда и капитан маршрут этот знали очень хорошо, так как ходили им, не меняя курса, уже более 10 лет, раз в 2 недели. Потому к управлению паромом относились крайне халатно, предоставив ему плыть, что называется, по течению. Погода стояла ясная, хотя было довольно сильное волнение. Вечером судно вошло в пролив Таблас. Где-то после 22 часов местного времени большинство пассажиров спало. Около 22 часов 30 минут произошла трагедия. Донна Пас столкнулась с принадлежащим нефтяной компании танкером «Вектор», который под завязку был загружен бензином и другими нефтепродуктами. При столкновении судов на танкере произошел взрыв. Место столкновения окутал черный дым. Пламя стремительно отвоевывало свободное пространство у людей, попавших в западню. Многие просто не имели возможности покинуть судно. Из-за чрезмерной горючести груза огонь мгновенно распространился по всему танкеру и вскоре перекинулся на пассажирский паром. Я подошел к окну, чтобы посмотреть, что случилось, и увидел, что море охвачено огнем.
рассказывает Пакита Асабель, выживший пассажир Доньи Пас. Пожар распространялся быстро, языки пламени были повсюду. Ни матросы, ни офицеры судна никак не реагировали на происходящее. Все требовали спасательных жилетов и шлюпки, но их не было. Шкафчики, в которых хранились жилеты, оказались заперты, а ключей не могли найти. Шлюпки сбрасывали в воду просто так, без всякой подготовки. Царили паника, бардак и хаос. Страшно даже представить, что началось сразу же после столкновения танкера и Доньи Пас. Моментально погас свет. В кромешной тьме люди ринулись к выходу, который искали на ощупь. Огонь, перекинувшийся с вектора, на паром только усугублял ситуацию. В давке погибли не менее 1000, а то и 1500 человек. Однако, выбежав на палубу, люди увидели, что из бортовой пробоины вектора в море выливается нефть, которая, образовав на поверхности воды толстый слой пленки, воспламенилась и горит. Таким образом, пассажиры Доньи Пас оказались перед дилеммой – либо сгореть на борту парома, охваченного пламенем, либо прыгать в горящую воду. И все же невыносимый жар пламени заставлял людей нырять в огонь. Ко всему прочему, море в этом регионе само по себе представляло огромную опасность. Оказавшись в воде, люди рисковали не только сгореть заживо, но и быть съеденными акулами. Те, кто остался на борту, с надеждой и отчаянием вглядывались вдаль, надеясь увидеть на горизонте спасательные суда, которые вырвут их из пасти смерти или попытаются погасить пламя на борту парома. И все же невыносимый жар пламени заставлял людей нырять в огонь. Люди сгорали заживо или задыхались в парах ядовитого дыма. Донья Пас затонула через 2 часа после столкновения, танкер «Вектор» через 4 часа. По неведомым причинам ни с одного корабля, терпящего бедствие, не был получен сигнал СОС. Так что власти узнали о трагедии только спустя 8 часов. Возможно, радиостанции вышли из строя при ударе и взрыве, либо они и раньше не работали. Спасательные работы продолжались несколько дней, и они подтвердили наихудшие предположения. Удалось спасти всего лишь 24 пассажира, из которых зарегистрировано было лишь 5, остальные были зайцы. 28 декабря 1987 года депутат Палаты представителей Филиппин Рауль Даза заявил, что по меньшей мере 2000 человек на борту Донья Пас не были в официальных списках. В январе 1999 года комиссия по расследованию сделала заявление, основанное на судебных разбирательствах, что на борту парома был 4341 пассажир. За вычетом 24 выживших и с учетом 58 членов экипажа это составило 4375 погибших. Вместе с 11 погибшими членами команды танкера «Вектор» окончательное число жертв трагедии – 4386 человек. Из команды «Доньи Пас» не спасся никто. Большая часть выживших получила ожоги от горевшего топлива. Тела тысяч пассажиров так и не были найдены. 300 тел выбросило на берег в течение нескольких последующих дней. Все они, по сообщениям филиппинских властей, были объедены акулами. Компания Suplica Lines сообщила, что пострадавшим будет выплачено по 20 тысяч филиппинских песо, примерно $470, но эти ничтожные суммы были выплачены только в 2017 году. По материалам первоначального расследования, проведенного службой береговой охраны Филиппин, главной причиной трагедии стало халатное отношение команд обоих судов к своим служебным обязанностям. Ни на «Векторе», ни на «Доньи Пас» никто не следил за курсом. Навигационные приборы отсутствовали, а «Вектор» вообще не имел лицензии на морские перевозки и фактически ходил нелегально. На борту не было опытного вперед смотрящего. Непосредственно перед столкновением на капитанском мостике парома «Доньи Пас» находился всего один человек, причем довольно низкой квалификации, а остальные офицеры были в кубрике, смотрели телевизор и пили пиво. После столкновения всех охватила паника. Командой не было предпринято никаких действий по тушению пожара и борьбе за спасение судна и пассажиров. В 2019 году затонувшие судна были обнаружены и исследованы экспедицией, базировавшейся на научно-исследовательском судне «Петрел»,
экспедиция, финансируемая фондом Пола Аллена, которая на протяжении ряда лет занималась поиском и исследованием кораблей, затонувших в ходе Второй мировой войны на Тихоокеанском театре военных действий. Оба затонувших корабля находятся на глубине в 500 метров и лежат на дне на ровных килях на расстоянии около 2200 метров друг от друга. Долгое время причины столкновения судов в проливе Таблас оставались неизвестными, и по этому поводу велись многочисленные дискуссии. И к сегодняшнему дню не до конца понятно, как паром и танкер могли столкнуться в широком проливе при ясной погоде. Но если точные причины катастрофы неизвестны, то косвенные причины установлены давно. Во-первых, как мы уже говорили, танкер «Вектор» не имел лицензии и не имел права вообще выходить в море. Во-вторых, при столкновении и последующем пожаре на судне началась паника и давка. Пожар на судне и горящая вода закрывали все пути к спасению, и большое количество людей погибло в огне как на пароме, так и в море вследствие разлива нефтепродуктов с танкера «Вектор». Вода буквально горела и не оставляла никаких шансов на спасение. Кроме того, воды в проливе кишили акулами, что также рождало страх в людях и лишь отчаяние заставляло их покидать судно. В-третьих, на пароме были спасательные жилеты, однако они все хранились под замком. И даже если бы кто-то из членов команды открыл склад с жилетами, их вряд ли хватило бы на всех. Но жилеты, как и люди, нуждающиеся в них, ушли на дно. И, наконец, команда парома «Донья Пас» не предпринимала никаких попыток к организации спасения людей. Эти люди не были готовы к возникновению чрезвычайной ситуации. Профессионализм команды парома до сих пор вызывает вопросы. До сих пор неизвестно, почему ни на пароме, ни на танкере никто не подал сигнал СОС, никто не позвал на помощь. Так что власти, как мы уже упомянули, узнали о произошедшем только утром, когда спасать уже было практически некого. Абсолютно пренебрежительное отношение к безопасности судов и непрофессионализм экипажей, возможность получить дополнительную выгоду и экономия на всем – все это стало причинами страшного кораблекрушения, во время которого погибло втрое больше людей, чем на «Титанике». Надо отметить, что родственники жертв все еще продолжают судебные тяжбы против оператора «Суплика Лайнс» и владельца танкера «Вектор», обвиняя их в преступной халатности. Однако даже спустя 30 с лишним лет после катастрофы никаких успехов в этом деле не было достигнуто, и никто не понес наказание за случившуюся трагедию. Вот такая история. Человечество продолжает наступать на одни и те же грабли, не желая понимать, что море не прощает расхлябанности, непрофессионализма, благодушия и недобросовестности. И сколько раз люди будут забывать эту истину, столько раз море будет наказывать их самым жестким образом –